Первая попытка по установлению нового рекорда. Сургутский силач и сильнейший человек Тюменской области Максим Гамецкий провел первую тренировку с самым большим вертолетом в мире. Воздушное судно Ми-26 для подготовки атлету предоставила авиакомпания «Ютейр». Поставить новый рекорд официально спортсмен планирует в июне. Подготовка уже идет полным ходом не только на взлетной полосе аэропорта Сургута, но и в тренажерном зале. Вес вертолета, который предстоит сдвинуть с места и протащить, более 28 тонн. Впервые в моей жизни состоится тренировка с самым большим вертолетом в мире Ми-26. Вот с этой винтокрылой ласточкой. А меня, как всегда, поддерживают мои друзья. Напомним, что это не первый рекорд России сургутского силача. В позапрошлом году Максим Гамецкий сдвинул с места и протащил по взлетной полосе пассажирский самолет. Вес Боинга 737-500 около 36 тонн, еще 4 тонны топлива в баках. Как рассказал Сургут-24 атлет, он с детства мечтал стать самым сильным и поэтому пришел в экстремальный спорт. Чтобы самолет не оказался предельной вершиной, было решено покорять новые. До первой встречи лицом к лицу с самым тяжелым в мире вертолетом Максим Гамецкий в апреле для разминки двигал самосвалы.